Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск програми «Авторитетна думка», в якій гості нашої програми, наші експерти, дають цінні практичні поради, які можна використовувати щоденно. І сьогодні в нашій студії, яка розташувалася в ресторані «Гарден», що на вулиці Половецька, 2 в місті Дніпро, вже в черговий раз знаходиться експерт у побудові та в деяких випадках навіть лікуванні бізнеса, лідер школи бізнесу «Фабрика підприємців» Олег Трякін. Вітаю вас. Здравствуйте, Віктор. Олег, мне очень приятно в очередной раз в этой студии вас приветствовать, потому что каждый раз я учусь у вас, я воспринимаю вашу информацию и проверяю ее на практике, и действительно, ваши советы, они работают, система работает. Спасибо вам за это. Вы знаете, Олег, сегодня я хотел бы затронуть тему достаточно необычную, но очень актуальную. Это тема биткоина. Немало моих знакомых закончили свой практический бизнес и все свои активы перевели в криптовалюту. И сейчас в электронной виртуальной бирже зарабатывают, ну, иногда и проигрывают. Как вы относитесь к биткоину, как вы рассматриваете, можете ли вы объяснить, что это такое и как работает эта система? Хорошо, вопрос для нас не новый. Периодически к нам задают эти вопросы люди, которые так или иначе инвестируют на рынке. Поэтому есть что сказать, и я думаю, что это будет информация полезной, ценной. И главное, используя ее, как всегда, будет определенный результат. Итак, что такое биткоин? Это некий цифровой файл, который содержит в себе информацию о всех транзакциях, с одной неизвестной, что усложняет его добычу, вследствие создания которого получается вознаграждение в виде 12,5 биткоина. Поэтому компании, которые занимаются майнингом таких биткоинов, они создают эти блоки. Созданный блок эквивалент 12,5 биткоинов. Каждый блок имеет свою затратную часть. Есть такое понятие, как энергетический вес одного блока. Примерно 4000 киловатт стоит в электрическом измерении один такой блок, что является 12,5 биткоинами. Каждый 210-тысячный блок стоимость вознаграждения уменьшается. То есть сегодня это 12,5 биткоина за один такой блок. Примерно в 2020 году стоимость одного такого блока будет в два раза ниже. 6,25 стоимости биткоина. Интересная информация. Фермы по майнингу биткоинов состоят из большого количества процессоров, которые занимаются вычислением хэш-функций. Все это объединяется в большие организации, так называемые пулы. Для чего создаются эти организации пулы? Для того, чтобы проще было найти эту одну неизвестную для производства биткоина, а также, чтобы было легче создавать сам климат на рынке криптовалюты. Давайте теперь поговорим немного о преимуществах. Первое, самое яркое, это децентрализация. То есть эта валюта цифровая, она не зависит ни от какого государства. Соответственно, идет более легкое перемещение, никакой политик не может на нее влиять. Но здесь есть первое, с чем бы я не согласился. Давайте посмотрим, вследствие чего несколько раз вот ближайшее обозримое прошлое стоимость падала. Как раз благодаря высказываниям некоторых политиков. Здесь там, в Индии какие-то политики высказались неблагоприятно в пользу биткоина. В Китае какие-то прогнозы, и это сразу повлияло создает, да, серьезную волатильность данного продукта. То есть он обвалился несколько раз. Поэтому говорить о том, что эта децентрализация позволяет хранить эту валюту более устойчивой, ну, я думаю, сегодня никто даже с этим не согласится. Поэтому это аргумент, который вовсе даже не аргумент. Более того, независимо, и так как это независимый продукт ни от какого государства, соответственно, никакого государства сегодня не дает гарантий. Если мы имеем с вами, предположим, ремонт на там, строительный какой-то завод, и мы с вами создали один вагон железнодорожный, мы вложили в него 70 тонн металла, ну, примерно такая стоимость этого вагона, плюс-минус, плюс какую-то затратную часть в виде электроэнергии, работы и так далее. Соответственно, у него есть цена, затратная часть. Более того, у него есть рыночная часть, его стоимость, и мы продаем его на рынке реального сектора за небольшое количество бумаги. Ну, например, мы продали его там за 200 тысяч долларов, это примерно там 5 или 7 килограмм бумаги, смотря в каких банкнотах. Естественно, 70 тонн металла не могут быть приравнены
к 7 килограммам там, или 20 килограммам бумаги. Но именно потому, что существуют государственные гарантии, гарантии банков, которые свои активы держат в валютно-золотых запасах, то есть они не будут сегодня расшатывать стул под самими собой. Поэтому эта игра поддерживается серьезными игроками на рынке. Поэтому мы легко сегодня что-то производим, меняем на какую-то бумажную валюту или такую же электронную, которую мы не осязаем, но под гарантиями государства. Что касается биткоина, этого не происходит. Да, мы имеем, с одной стороны, децентрализацию, но с другой стороны, мы не имеем никаких гарантий и подтверждения. То есть можно ли утверждать, что это очень похоже на трастовую компанию? Верите нам, идите к нам. Не верите к нам, извините, занимаетесь абсолютно реальными деньгами, которые подтверждены золотовалютными фондами. Да, есть очень много схожего в этом. Но я сейчас беру именно аргументы, которые используют непосредственно популяризирующие такое явление, как биткоин-компании, да, я об этом сейчас, мы об этом и рассуждаем. Мы сейчас не берем те вещи, как говорится, обратную сторону Луны, да, невидимые. Но мы сейчас берем то, что, о чем нам говорят, что это, ребята, вот это вот круто. Следующий фактор – это легкость его перемещения. Действительно, биткоин перемещать легко. В смысле, вот этот вот блок, эту цифровую формулу, ее переместить легко. Но сделать эту формулу деньгами, как происходит продажа биткоина? Вы заявляете о вашем желании приобрести, кто-то заявляет о желании продать. Когда на рынке примерно одинаковое количество купить и продать, цена его более-менее удерживается, ну, в зависимости от манипуляций и планов папы биткоина. Но если у нас появляется большое количество желающих продать и небольшое количество купить, естественно, цена его проваливается. Но это биржа. Это биржа. Что произошло не так давно, когда заявили некоторые страны о своем отрицательном видении в адрес биткоина. Естественно. Более того, насколько я знаю, даже в преследовании процессов, связанных с биткоином. Да, да. Поэтому желающих покупать стало меньше, желающих продавать было такое же количество, как и было. Естественно, люди хотят выводить. У них есть затратная часть. Они не могут рассчитаться за электроэнергию биткоинами. Они должны их продавать. Поэтому количество продаваемых биткоинов постоянное. Это как волна, которая идет. А желающих резко остановилось. И цена тут же рухнула. Так вот, к чему я это говорю? Когда мы выводим наш биткоин и пытаемся перевести его в реальные деньги, нам необходимо, во-первых, привязать эти деньги к карте. Не каждая сегодня международная биржа готова работать с нашими картами, которые котируются на внутреннем рынке Украины. Поэтому это очень серьезный головняк. Но даже когда мы каким-то образом к какой-то карте привязали и перевели, получили на нее валюту, нам нужно связаться теперь с банком, который хочет взять свою комиссию. А соответственно, когда по банку прошли эти суммы, нам нужно отчитаться в налоговой о том, откуда у нас эти деньги. И, естественно, заплатить с них налоги. Таким образом, идея о том, что это абсолютно не налогооблагаемый бизнес, абсолютно неконтролируемый государством, ну, прямо говоря, это просто заблуждение. Поэтому это тоже является не аргументом сегодня. То есть самые два основных фактора говорят о том, что это, ну, не совсем так. Не совсем так. А есть еще один аргумент, очень сильный, против которого сложно возражать. Это, постойте, я знаю вот там друг моего друга, или я знаю очень хорошо знакомого моего знакомого, который разбогател на биткоинах. Это часть стратегии. Часть маркетинговой стратегии, чтобы люди, которые входят в это направление, они имели доход. Иначе эту идею популяризировать будет очень сложно. В данном случае можно ассоциировать ваши слова с тем, что биткоин – это тоже большая пирамида. И рано или поздно любая пирамида, как любая империя, лопнет. Биткоин не является пирамидой в том смысле, что в пирамиде есть вознаграждение за приведенного клиента, то есть совершив транзакцию, тобой подключенный покупатель, он отчисляется тебе чуть-чуть денег. В биткоине этого нет, поэтому это нельзя назвать пирамидой. Если является ли биткоин пузырем или нет, пусть об этом скажет история. А скажет? Да, я воздержусь от таких комментариев. Как факт, что сегодня серьезные, очень серьезные предприниматели инвестируют в это направление. Хотя, опять же, в каждой серьезной корпорации есть разные фонды. Есть там резервный фонд, есть рисковый фонд. Поэтому вполне нормально, если заряжались какие-то деньги под статьей там, рисковых денег, и их проинвестировали в такое явление в короткой дистанции,
приумножили, вытащили, обменяли их обратно. Олег, тогда это можно сравнить, по вашим словам, с игрой на бирже или игрой в казино. Если есть определенный профицит, то есть где-то срубил деньжат вот, по-легкому, то и вкладывая деньги там, где тоже можно получить легкие деньги. Мне не нравятся скептики. И я сам не хочу в этой передаче показаться скептиком по отношению к каким-то новым технологиям. Кстати, многие люди для себя говорят так. Я не понимаю, но это что-то новое. Поэтому, ну, другие же, наверное, лучше понимают, чем я. И поэтому они выключают свои фильтра в сознании своем и идут руководствуясь тем, что, наверное, кто-то понимает. Так вот, я так не делаю. Прежде чем сюда инвестировать деньги, я сажусь и начинаю задавать сам себе вопросы. Первый вопрос. Какова ценность данного биткоина? То есть, если я беру какие-то материальные ценности, ну, например, там, актив, который находится в недвижимости, и перевожу его в актив, который находится в биткоинах. Что произойдет, если обвалится рынок? В первом и во втором случае. Если обваливается рынок недвижимости, что я имею? Я имею недвижимость, которую я также дальше могу использовать по назначению ее. Я могу ее сдать в аренду, я могу ее продать, да, заниженную стоимость, но тем не менее, в конце концов, я могу в ней жить, я могу ее использовать для своего бизнеса, будь то коммерческая недвижимость или жилая. Если у нас обесценивается биткоин или какая-либо криптовалюта, что мы имеем? Мы не имеем ничего. То есть мы имеем с конкретной затратной частью явления, потому что произвести каждый блок сегодня стоит конкретных денег, которые при этом не имеют ценности. Поэтому, если я вижу какую-то затратную часть, я хочу четко понимать, какую полезность она несет. Именно поэтому многие государства не переводят свои золотовалютные запасы в биткоины. Многие власть имущие олигархи не переводят свои активы основные в биткоины, потому что по большому счету это ничего. Что еще меня смущает в этой всей процедуре? Почему собственники майнинговых ферм, они сегодня сдают в аренду свои станки, условно говоря, теряя над этим монополию и не зарабатывая сверхприбыль, получая небольшую часть дохода? Я вам отвечу почему. Потому что любой инвестор, когда инвестирует в эти огромные майнинговые фермы, он хочет понять скорость возврата инвестиций. И зная затратную часть на приобретение процессоров, построение зданий, охлаждение, подвод коммуникаций, производство, зарплату и прочее, он хочет понять, когда я получу свою прибыль. И он не может привязать свою прибыль к конкретному биткоину, потому что это является просто формулой. Поэтому они продают в аренду и производят вот эти блоки, но на реальные деньги. Таким образом, инвестор получает конкретный бизнес-план, в котором он видит, что за такое-то время я окупаю ферму за реальными деньгами. Это тоже из аргументов, почему все-таки инвесторы больше интересуются деньгами, нежели самими биткоинами, ими производимыми. Ну и последний аргумент. Первое римское правило. Кому это выгодно? Это серьезный рынок сбыта для электроэнергии. Вопрос. Не оттуда ли идут идеи? Второе. Эти процессоры производятся только для майнинга. Огромное количество сегодня производственных линий загружено производством этих процессоров. Ну и завершающее, когда человек освобождается от избыточных денег для закупки этих блоков, таким образом повышается некий финансовый дефицит. Ну мы понимаем, да, у нас был профицит денег, мы купили электронные эти модули, и, соответственно, мы теперь имеем некий финансовый дефицит реально. Поэтому стране, например, там, американским банкам, это очень выгодно, потому что укрепляется их валюта. Итак, какой вывод нужно сделать в этом? Каждому решать, заниматься ли ему этим или нет. Но если у человека будет конкретная стратегия в конкретном, в реальном секторе бизнеса, я уверен, он никогда не пойдет в сферу криптовалют. Поэтому нужно сегодня учиться, нужно привлекать людей креативных, у которых есть хорошие стратегии, хорошие стартапы, и инвестировать в реальный сектор бизнеса. Спасибо, Олег. Очень исчерпывающе. Я думаю, что эту программу нужно посмотреть не один раз, а несколько раз, чтобы во все очень четко вникнуть. Это можете вы сделать в Ютубе. Вот, поисковая система поможет. Ну, а Олег, я просто могу поблагодарить вас, потому что я сидел, вот каждое слово внимал, и думаю, программу еще несколько раз прослушаю, потому что не все я сразу понял. Но в целом от себя могу сказать одно. Я не люблю те игры, в которых, согласно правилам, я не влияю на процессы. Я участвую в своем сценарии, а не участвую в пьесах, написанных по чужим сценариям. Спасибо огромное.
Ви дивились програму «Авторитетна думка». Гадаю, що вона була не лише цікава, а й корисна. Використовуйте інформацію. Олег Трякін дає регулярно в нашій програмі дуже таку важливу інформацію, яку можна використовувати щоденно. І в бізнесі, і в житті. До побачення. Хай вам щастить. І будьте багатими.